Так вот, возвращаясь к Фейсбуку, я к чему это завел разговор? Что я там говорю, вот у меня будет такой-то гость, и предлагаю набросать какие-то вопросы, которые интересуют подписчиков. Может быть, из-за того, что это весна сейчас, может быть, почему-то, ну, все как-то зациклились на вашем обете безбрачия. И вы здесь упомянули еще конкурсы красоты, куда вы не ходите. Скажите, вы этот обет, это всерьез все, или вы в легкую просто... Нет, это, к сожалению, все. Почему всерьез? К сожалению? Ну, потому что обет целомудрия дело достаточно... А то есть, извините, я прив... не просто обет безбрачия, а обет целомудрия? Это дело достаточно тяжелое в исполнении. И если бы у меня была возможность что-то переиграть, то я бы, наверное, его не давал. И другим не советую. Более того, когда меня пригласили на какую-то передачу, посвященную асексуалам, я предупредил, что если кто-то будет приводить меня в пример полезности целомудрия, не поленюсь, приеду и лично набью морду.